мигает. Мигает красный? Да. Так может обменять? Да. Сверху он летит. Да, 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 да. Засняли дебилой. Может повыше поднять? А я вот не знаю, давай повыше. Видно или заключаю? Видно, только спину повыше. Мама, папа, привет! Да выдвини на максимум. Не надо, не надо. Да, о, у все. Нее сферическое же изображение, она как бы все захватывает. Оп, вот там где-то. Не, это не самодельно, это какая-то продается. Нет, это сначала. Сверху? Сверху. Да. Жаль, давай переместимся туда. В это, в брусья? Вот, у сетки. Ага, с той стороны будут закрывать. Кримс, садись к пацанам. Пойдем? Давай. Нет еще. Нет, пока. Мы дезинфицируем. А это наши? Или не наши? Сэм! Ой! Давай сюда! Сюда достреливай! Ручку надо! Давай, 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 давай! Привод, пойдем твоя жопа! Так, мужики, под бревном не тусуйтесь! Ёбните! Подожди, вот это? Да, да, в этом, в проезде далеко там, достанет же! Да. Да, да, да. Да, хотя бы...
кратный выход по времени. Митяй, дайте я буду работать по этим. Пацаны, Кич, если вы меня прикроете, я вот здесь понизу пройду. Прикрывай. О, выглядывает из-за здания. Как бы его достать-то? Вот это одноэтажная, короче, будочка стоит. Достанешь там за здание. А, пригнись! За зданием. Вот за этим как... маленьким зданием. За желтым. Да, маленьким. Винен. Вот там чувак в клетку стоит. Да, вижу. Давай дальше за угол и попробуй снять его. Я мертв. Мертв? Нашим другой торец ударили. Ребят, вам кажется, кто не сильно задел. Вытащи шары из мамы. Война войной, а шары по расписанию. Ай, людей без прикрытия оставил. Бля, вот это ебалина. Ебалина, достанина. Что-то проебали. Подируй, подируй. Давай, давай, давай. А шары-то здесь видно? Ты видел, что там смотал? Смотри, неубиваемый. Да. Неубиваемый. Пяти слов не попали. Так, я захватил, никто не видит. А, начал он там наступает. Так, ты главное не стесняйся. Забором есть тут? Да. Да, в здание заходишь? Граната, открой! Лена, парни!
Молодец. А, здесь пусто. Дальше не пройти. У меня есть гребен, давайте кидаем. А где они, далеко? Да, блядь, ворота след... А, света, вон они. Вон, елки. Все, вижу, вижу. Отлично, грены сняли. Своей же, блядь. Двоих. Это переходи, двое ушло. Переходи вперед, двое. Минус ушло. Два. Давай, 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 давай. Сука. Что-то ты сегодня не везет. Не везет. Не, нормально все. Блять, гвозди пиздец. Ну, блядь, прям по нему попадает. Давай, давай. Блядь, похоже. Сейчас, вроде поездка. Машина едет, аккуратней. Десант, походу. Десант, мы, блядь, будем ебать отсюда. Десант! Десант! Десант, ебать, в машину! Нет, не в машину непосредственно, а... Лезут, да ебошим. Блядь, ну ты не прикрывайся, не прикрывайся, блядь, чувак. Пиздец. Лишь бы нам гранату не кинули. Так, сейчас я порежу. Да, вот такой. А то шашлыки можно будет. Бля, накопал. А он рус. А здесь не опасно? Давай. По праву смотри, крыша! Это не на крышу первый, залез. Пригнись, проверь. Как ему помочь-то? Паника, паника. Паника, паника, паника. Чем мы тебе сейчас поможем? Мне до тебя не добежать сейчас. Пользуйся сатаричкой, пистолет возьми, блядь. Он достал его уже. Ебался бежать. Опа. Вот это куда? Вот тот. Гранат туда закинуть надо. Да, сняли. Ой, хуйнёй не занимайся. Там же нету никого. Там у нас бронетехника приехал. Я с ним буду такая. Давно очень не брать. Шарок мало. Шарок мало. Параллельно Вове по стенке иди на здание. Дай баллон. Слушай, тяни до баллона у него. У этой толстой жопы. Держи. Спасибо. Поставь его туда. Лёшка, лежь пища. Набор. Такая, ну давайте дойдем, да. Руслан.
Продажа мужчин недорого. Крепкие альфа-самцы. Ой, черный пластилин. Ну, только за этим понятно. Да. Я нашел нам туалетную бумагу. Да не будем жрать. Ну, видите, курс девушки. Мы сказали, вот до все, защищаем. Что-то начнет. Ну, Крым-то уже наш. Убивать не стоит. Верка, ты, Милена. Милена. Ну, понятно. Что делать? Отряды PMC, которые там нужно уничтожать. А? Да, отряды PMC, которые там шарятся, нужно уничтожать. Про нас или кто? Нет. Про оранжевый. Ага. Пока здесь система. Смотри, нас натравили три группы. Они работают. Наша сейчас задача. А что за клуб? Передай, пожалуйста, с вами, чтобы мы не куда мы уйдем? А там у меня сидят. Потом французы сидят, здесь помпейки сидят. Вдруг какой-то контакт, сразу скажите, да, краб, народ, поднимай. Чего? Не сказал. А что, колы сделать не проблема. Град! Не пугай. Так сейчас начнется война. Ребят, динамит не буду жать. Динамит есть. Собака-диверсант. А танк запустите? Да. Как там? Они о, ты, господи, но... боже мой! Я... О, да, 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 да. А может, разведка, они пришли, ничего не говорят. Вот и я про ту же сейчас какую-то провокацию. Они же обещали нам провокацию. Смотри, он еще. Провокация уже была. Главное, ебало прикрыть. Вот те уже не игровые, насколько я понимаю. А вот эта вот игровая, она в зону попадает. Понимаешь, да? Вот, видишь, вот что-то подобие полянки, и вот здесь такие тропинки. Да. Вот они как раз там. Да? Да. Сержант, обойди их с той стороны. Буквально 50 метров вперед и пошел. Давайте двое тоже с ним. Вот. Или надо... Да. Связью, краба. Краб. Пусть перед. Они со связью, ты, краб, ты зайдешь. Вон. Смотрите аккуратнее, потому что может быть кто-нибудь дышает там. 50 метров вперед и потом на. Если что, давайте. Мы прямо идем. И, наверное, 1-2 человека туда, с того фланга. Пускай, потому что я единственный, кто из нас на связи на этот. На... Без проблем, ты сзади иди. Все, пошли. Да, о, рванули. Пару человек туда слева. Сейчас послушаем.
Кримс-краб, замрите. Сейчас потише сделаем. Кримс-краб, они ближе к вам. Кримс-краб, внимание, подходите к ним, мы практически перед ними. Кримс-краб, как поняли, прием. Хуй знает. Я их еще пока не идентифицировал. Сейчас к елочке подойду. Хотя я черный, давай-ка лучше ты меня увидишь. Опа. Не двигаемся. Красных повязок не видно. Не видно красных повязок. По-моему, наши синие. Синие. Только без паники. Наша. Не стрелять! Свои! Свои! Все, что ли, закончили? Там болото. Вы весь треугольник обошли? Да? Предлагаю по этой просеке пройтись в ту сторону. Сейчас, давайте. Мы оттуда пришли. А вы оттуда пришли? Оттуда мы прошли там, делали круг и вернулись. Потому что недавно высадились вот эти товарищи на джипе, недалеко от нашей базы. Ну, мы начинали минут сколько? 15 назад? Они высадились. Давайте вот здесь. По болоту, как мы, а потом сюда, а мы подошли. Ребята, не гробите, вас везде слушают. Вы там так орете, пиздец, мы, я думаю, сейчас будем убивать всех. Нихуя ничего нету, блядь. Я стопу доверяю, что орки напиздели, ни один орк туда не полезет, блядь, тот тат, чтобы там что-то ныкать. Там болото. Поэтому это где-то либо в районе города, вот там, либо, блядь, в районе аэродрома, вообще в другом конце этого треугольника. Пойдемте в другой конец треугольника. Ну, по крайней мере, нам задачу поставили вот здесь, смотрите, да. Вот здесь дошли до сюда. Смотри, вот эти два пятна, вот эти два пятна, это все здоровенное болото. А, вот понятно. Мы дошли от колючки. Вот это просека, по-моему, здоровая. Да, по ней ходили? Нет, мы до нее не дошли. То есть, либо где-то вот на этой просеке, либо вот где-то это, вот это здесь. Это из конца города, будут. Получается, начинает идти, да, надо урок сюда проверять. Здесь нихуя не будет. Здесь, потому что, смотрите, болото. Мы когда подходили, сюда джип подъехал вот сюда и высадил этих оранжевых. Мы прошли... Они вот здесь где-то высадились и вот сюда пошли. Прошли отсюда, сюда, сделали такой крюк, вернулись. Вот этот треугольник. Блять. Ну и что будем делать? Блин, если только разделиться, одна группа пойдет с этой стороны, другая сюда. Вдоль колючки. Так, здесь вдоль войти, мне кажется, лучше выйти вот на эту дорогу и по ней вот так вот вдоль колючки. Вот это идти. Аэродром. Вот это аэродром. Вот это аэродром. Нет, почему? Не вот это раздел, а да, вот это аэродром. Вот это полоса. Да. Ну, значит, надо выйти на аэродром и вдоль аэродрома. Скорее всего, на полосу надо идти. Да. А мы думаем, сейчас воевать будем. Вашу сторону убегает.
Я с крабом. Я карту противника, походу, нашел. Контакт. Точно? Я на одного. Они засели? Его щупайте, а? Щупаем его. Где он? Руся, он от тебя на 12 стоп, проходи прямо. Но там еще кто-то может быть. Так. Чья граната? Я его заебашил уже. Шмонайте его по-бырому. Шмонайте. Забирайте тубус! Краб, давай, догоняй! Краб, прикрой! Премного благодаря. Тубус у меня! Ветки. Он уже сел, он уже тряпку доставал. Ну и похуй. Ну ладно. Дай посмотрю, короче, как это у меня выглядит. Блядь. Так я думал, как я его увидел, он типа видел, как грена падала, она ударилась в дерево. И по веткам такая бинь, 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 бинь. Сейчас мы командованию доложим бы по карте и по этой. Карту я такого узи такой. Отлично. Сейчас будем. Обать. Рус, надо срочно с командованием словиться. Я сейчас и сказал, что мы тут не. Так скажи, у нас еще вражеская карта. Я не знаю, правда вражеская или правда? Ну, сравни просто. Марлен, это ВТФ, выйди на свет. Ебали, блядь. Так, а вы не засланы? Случай. По поводу карты. Обронили пенсишники, у меня такое ощущение, потому что я ее нашел там, где он был. На их стороне. Так, сетка, по-моему, стандартная, но с точками какими-то. Ага. Медаль мне. Медаль на грудь с деревянной закруткой на смотри, спине. Смотри, вот, смотрим. Да. Условное обозначение медведь, леса, волк, заяц, бобр, весь крот. Вообще больше похоже на русский, конечно, подожди. Ребята, это обозначение. Заяц, бобр... нет, это организаторское. Нахождение артефакта. Совершенно секретно. Давайте, пойдите, тащите корпус. Так, а подожди, стой. Не присваивайте это наши... Ты не понимаешь, мы наемные убийцы. А что нам за это будет? Спасибо, вы молодцы. Вы эти положили командора? Да, конечно. А кому нужно было докладывать? Чтобы они искали орги. Короче, это Не, орги нет. Нас сами сейчас сюда отправили уже. А, это хуебень надо, короче, на эту заменить. Нет, орги сказали пока складировать. Видимо, это только одна, короче, из труб. Спасибо. Так уже приносили же. По-моему, да, это тоже. Сейчас, копай. Давай. Нормально.